Но отчасти, хоть на 49%, вы, я считаю, повинны. Почему? Потому что вы в колокола не бьете. Потому что вот эта вот фильтр грамота, я по-другому не могу сказать, да, она ни о чем не говорит. Поэтому я поддерживаю депутата Дмитриева о том, что это не принимать на сегодняшний день. Ну, по крайней мере, я голосовать буду против этой информации. Категорически. Для того, чтобы они на самом деле подготовились и дали полностью исчерпывающие ответы на те проблемы, которые в наших школах существуют. Спасибо.